Приветствую, друзья, на связи Андрей Жариков, и в данном видео хочу сделать обзор результатов, полученных с помощью советника TradeRinger на нескольких счетах. Это демо-счет с первоначальным депозитом в 30 тысяч долларов. Торговля на нем началась 13 мая, то есть фактически на данный момент чуть больше 2 месяцев. За 2 месяца была получена прибыль 20 202 доллара, что в процентном отношении составляет 67% прибыли. Если поделить на 2 месяца, то получается около 33% в месяц. Это демо-счет на 50 тысяч долларов. Торговля на нем началась 24 апреля. На данный момент была получена прибыль 39 375 долларов, что в процентном отношении составляет 78% прибыли. Это уже не демо, а реальный счет. С первоначальным депозитом 13 130 долларов. Торговля ведется с 27 мая, то есть на данный момент этому счету 1,5 месяца. И за 1,5 месяца была получена прибыль 17 267 долларов, что в процентном отношении составляет 131%. За 1,5 месяца это, конечно, шикарная прибыль, но, скорее всего, торговля ведется с достаточно агрессивными настройками. А там, где высокая прибыль, там и высокие риски. Об этом тоже не будем забывать. Здесь мы видим реальный центовый счет. Я специально открыл его с небольшим депозитом 300 долларов или 30 тысяч центов. Счет начал работу 18 июня, то есть счету послезавтра исполняется ровно месяц. За месяц была получена прибыль 12 403 цента, что в процентном отношении составляет 40% прибыли. На мой взгляд, очень даже неплохая прибыль. Здесь мы видим также реальный счет с первоначальным депозитом 2000 долларов. Торговля началась 16 мая, то есть сегодня этому счету исполняется ровно 2 месяца. За 2 месяца была получена прибыль 1577 долларов, что в процентном отношении составляет 78, ну почти 79% прибыли. Если мы поделим это на 2 месяца, прибыль получается почти 40% в месяц. Интересно посмотреть результаты на больших счетах. На данном счете депозит составил почти 85 тысяч долларов. Торговля началась 24 июня, то есть 3 недели назад. И за 3 недели суммарная прибыль составила 8 068 долларов или 9,5% к депозиту. Вот еще один реальный счет с крупным депозитом. Первоначальный депозит составил почти 85 тысяч евро. Торговля началась 27 июня, но 27 июня это был четверг. То есть, по сути, торговля велась 2 с небольшим недели. И за это время была получена прибыль 11 826 евро, что в процентном отношении составляет почти 14% прибыли к депозиту. Еще один реальный торговый счет с первоначальным депозитом 3042 доллара. Правда, часть этих денег, 1029 долларов, была снята. Торговля ведется с 6 июня, то есть, по сути, 1 месяц и 10 дней. Прибыль за это время составила 1398 долларов или в процентном отношении почти 46% прибыли за месяц с небольшим. Главное преимущество при работе с торговыми роботами заключается в их полной прозрачности. При желании под этим видео вы можете найти ссылки на все эти мониторинги и посмотреть эти графики и все эти данные своими глазами. Например, вы можете прокрутить ниже, найти здесь вкладку «История» и при желании даже посмотреть буквально каждую сделку, которую робот открывал и закрывал, и таким образом вы можете своими глазами видеть, как была получена эта прибыль. На рынке множество различных компаний, предлагающих инвестировать в них свои деньги, и на презентациях рассказывается, как грамотно создатели этих компаний преувеличат ваши деньги, заплатят вам хорошую прибыль. Но почему-то спустя какое-то время практически все такие компании закрываются, скамятся, а инвесторы остаются ни с чем. При работе с Форекс-роботами принципиальное отличие заключается в том, что ваши деньги, ваш депозит, находится на вашем счету в брокерской компании, и создатели робота доступа к вашему депозиту не имеют
и украсть ваши деньги или сбежать с вашими деньгами они не могут. Я свел данные по всем этим счетам в одну таблицу. Первая графа показывает тип счета, демо или реальный счет. Как видите, здесь два демо счета, остальные все реальные. Следующая графа показывает первоначальный депозит, сумму, с которой начиналась торговля. Дата показывает, какого числа началась торговля. Какая в итоге была получена прибыль на данный момент в валюте, либо в долларах, либо в евро на евровом счете. Сколько прибыль составила в процентах. Если просуммировать прибыль, полученную на всех счетах, то получается, что суммарная прибыль составила 101 282 доллара. Кто-то может сказать, что демо-счета не надо учитывать, потому что все-таки это не реальная прибыль, а виртуальная. Ну хорошо, если даже убрать демо-счета и оставить только реальные, то получится, что в совокупности TradeRinger на каждом из этих счетов заработал суммарно 41 705 долларов, что, на мой взгляд, совсем неплохой результат. Что касается стоимости робота, 247 долларов первый платеж и 169 долларов ежемесячно. Можно пригласить трех клиентов, и пока они пользуются роботом и оплачивают абонентскую плату, вы 169 долларов уже не платите, то есть фактически робот работает у вас бесплатно. Если у вас остались какие-то вопросы, свяжитесь со мной любым из удобных способов. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго! Global Star Club. Возможности безграничны.